ACBJJ-15 World Super Cup бронзовый финал. На татами приглашается из Бразилии Марсело Онтанья. И вот еще одна схватка за бронзу. Это для Super Cup. Уже для Super Cup. Марсело против Влада, да, если я ошибаюсь, против Влада. Оба спортсмена, я уверен, настроены максимально, потому что оба недовольны были тем, что проиграли в полуфинале. И вот тот самый шанс забрать бронзу. Сейчас будут Влад и Марсело. Еще отлично. Да, интересно. Я думаю, сейчас будет бомба. Почему? Потому что, еще раз говорю, вот тот шанс забрать бронзу, забрать денежный приз. И, в принципе, так скажем, я считаю, что для Влада это возможность заявить о себе. Потому что Марсело здесь гость, по большей части, а Влад здесь, он местный, и это есть возможность заявить о себе, поэтому я вижу взгляд Влада, он настроен. Да, в принципе, Марсело. Ой-ой-ой. Марсело сейчас прыгает на гильотин. Марсело очень сильно начинает. Начало. Смотри, держит до сих пор. Интересно, Влад, вот, есть атака, все, только схватка началась, уже первая атака. Посмотрим, Марсело, мне кажется, знал, что Влад будет вкручиваться в дип, поэтому смотри, как он происходит, пошел ручку обрабатывать. Очень плотная работа. Оба, еще раз говорю, оба очень серьезно настроены. Сейчас посмотрим с другой стороны, происходит ли. Нет, атаки еще. Вот, все-таки Влад смог из этой и обратно оказаться в позиции халфгарда. Причем, обрати внимание, они оба хороши, в принципе, на этих гильотинах. Просто Марсело чуть легче их накидывать по одной простой причине, что он выше. И длинная рука тоже. Да, и длинная рука. У Влада ручки покороче, но не уступающие в силе и мощи. Влад очень сильно, но всему занимается, уже очень хороший борец человек. Да, в свое время считался, так понимаю, если, насколько я помню, считался самым молодым черным поясом в России. Вот та же самая попытка, просто еще раз говорю, Владу приходится прыгать выше. Я так понимаю, Влад не хочет пулить, хочет немножечко поработать сверху, поэтому сейчас будет пытаться перевести. А нет, передумал. Посмотрим. Чувствовал чуть-чуть борьба сверху, думаю, типа, место не это, давайте за полигард, начинаю работа. Смотри, пошел за ногой, крюк заправил, посмотри, но Марсело к этому был готов. Пошел. Работать за ногу. Пошел, смотри, нет, не получилось. Марсело к этому готов был. Полный штиль на лице, непоколебимость. Оп, кто? Нет, никто, но опасный момент был. Посмотрим дальше. Станислав Варшавский переводит их на центр. Татами. И время пошло обратно. Еще времени очень много. Он ищет вот это. Влад хороший суип сделал, молодец. Да, он решил использовать за это, я думаю, вряд ли дадут. Гильотина на 3. Да, потому что вряд ли дадут, потому что одной рукой. Не, ну конечно, там бывает финиширует, но без того, но я думаю, не здесь. Сейчас Владик будет искать.
просто понравился. Марсело контролирует. Очень аккуратный свип. Я тоже люблю вот этот свип. Сейчас в опасной позиции, потому что сейчас Влад контролирует это колено. О. Марсело понимает, что он, видно было по нему, он недоволен был судейским решением, и он понимает, что более явно нужно работать во всех этих действиях. Поэтому нас всегда скажу бороться и не дал решение для судейства. Да, да, да. Потому что кто-то будет один, кому обязательно не понравится. Да. То всегда. Есть всегда будет один, кому решение не понравится. Очень странно, что не призывает к активности. Наверное, просто даже Варшавский пытался дождаться какой-то более удобной позиции для того, чтобы перенести спортсменов, перевести спортсменов на центр. А дам еще, кстати, ты помнишь, мы с тобой обсуждали поддержку. Оп. Ой-ой-ой, кто? Кому? И сейчас в этой дуэли, в этом размене. Нет никто никому. Но довольно эстима. Нет. Сразу пятка вышла. Еще. Леглоки очень сильно меняет игру. На самом деле, игру по этажам. Понял, когда он начинал джиу-джитсу, Миша. Кто делом болевой на руку, на ногу, скажешь, типа, это некрасиво, сейчас да. Все мира сделаем. Да, есть. Я, та же самая история у меня была, когда только-только переехал в Москву. Знаешь, как говорили, ты что, гард не умеешь проходить? Проходи гард, зачем болевые на ноги? А сейчас, видишь, прошло 8 лет примерно здесь, в Москве, и вот совершенно игра поменялась, и поэтому это уже целое направление, целый вид искусства. Ну, я считаю, что действительно, это 50% тела. Там целых два сустава, которые можно очень успешно атаковать. Джиу-джитсу должен быть полностью, да, не только руку, шею, но ногу тоже, да. все ну, тело. Конечно, в ги ты такие некоторые болевые не стоит вводить, хотя, насколько я знаю, есть федерации в Америке, которые разрешают делать различные болевые на ноги, помимо ни-бара, рычага колена и там ахилла, вплоть до скручивания в кимоно. Но мне кажется, это очень-очень дико и опасно, поэтому в ноги, да, есть хотя бы возможность достать свою ногу и быть в безопасности в ги, в кимоно, очень тяжело все это дело достать. И мне кажется, это там высокий процент травматичности, поэтому. Итак, будут ли призывать к активности? Или... А, обоим, видишь, у обоих столь. Поэтому вот сейчас, если Влад будет более активен... Я думаю, да. У обоих убрали. У обоих убрали. Да, бороться бывает чуть-чуть медленнее. Да, но вы должны понимать, что это довольно... Осталось 2 минуты. И сколько сил у обоих спортсменов было потрачено. Пару дней тому и сегодня это уже... Ого. Ну, интересно. Оп. Марсело ищет вот это. Далее все-таки по пенальти обоим спортсменам. На счет 2-1 за счет пенальти. Очень хороший. Еще раз проходит гард Марсело. Но тем, кто присоединился недавно, напоминаю вам, что позиционная работа на этом ивенте, она не оценивается. Оценивается только реальные атаки, реальные угрозы на болевые, реальные угрозы на удушающие. И реальность этих угроз оценивает рефери. О!
Хорошая атака. Теперь в бой пошел. И вот она, победная минута, чемпионская минута. И сейчас, если Влад решил забрать бронзу, нужно включиться. Нужно включиться. 50 секунд осталось. Посмотрим, если Влад будет попробовать сам атак. Смотрим, смотрим. Я думаю, Марсело будет потихонечку... Я думаю, Влад ищет ножницы. Интересно. Интересно. Оп. Ты смотри, как развивается событие. Осталось 15 секунд. Не будет получить балла. Он должен работать его шею. Он должен фокус на шею. Интересно. Сейчас, мне кажется, будет тот самый референдум, потому что я следил за тем, как он сидбелт держал. Попытку удушающего вроде не было. Повтор пока не ждали бы. Удушающего не было, только он болевой на ногу до конца, я думаю. Там было колено и скрутка. Ни один из рефери не оценил. Интересно, почему Марсело бил, немножко недоволен был. Да, я думаю, он красавчик бороться. Но он считает не очень довольна. Думаю, после прайса он будет удоволен. Я думаю, сейчас, когда ему дадут слово, я думаю, он сможет объяснить, что произошло не так. Throughout this tournament, you showed some great actions on this map, and it seemed like you threw submissions from everywhere. Very entertaining style. How does it feel to become a bronze medalist here? Feels horrible. Спросили, каково это быть бронзовым медалистом? Он не чувствовал счастливый. I thought I'd win the match. I'm supposed to make the finals. And if my opponent wants a rematch, anytime, any place, and да, он был недоволен предыдущей схваткой, и вот он говорит, что если, говорит, мой оппонент, говорит, хочет, говорит, реванш, говорит, с удовольствием. Invite us. All the Brazilians are here. I don't see any country else coming here. Russians, we are brothers in heart. Thank you very much to always open your arms for us. And that's it, guys. I love this place. I love how you guys respect this sport. And that's it. I really appreciate that. Thank you. Я думаю, наши коллеги-комментаторы переведут очень... Каждый год для нас это большая честь здесь бороться, представлять свою страну. Но, к сожалению, я чувствую себя ужасно, потому что я думал, что буду бороться в финале. И, к сожалению, я должен был бороться в финале, но у меня этого не получилось. Спасибо организации. Россияне – это наши братья, и всегда удовольствие сюда возвращаться. Всем спасибо. Congratulations on the bronze medal here. Thank you very much, guys, one more time. So I gave a good takedown, a good submission, and everything that you guys deserve. Thanks for the show, ACB. Ну, в любом случае, наши поздравления. Я сделал отличный Марселу. Набрасывал болевые. Я заслуживаю награды здесь.
Ну, не знаю, а вивом ты не бросал, Марсело. Ладно, это шутка, на самом деле, друзья. Марсело, большой молодец. Молодец. Выложился, большой молодец Влад. Я думаю, тем не менее, Влад о себе хорошо здесь заявил на этом ивенте. Поэтому я думаю, Влада в дальнейшем будут вообще, приглашать на, на различные суперсватки, потому что Влад может дать шоу. Он дал шоу, на правда. Влад, я считаю, он дал шоу, он красиво бороться тоже до конца. Вот сейчас повторы, смотри, какая прекрасная концовка. Бум. Концовочку раз, заправил. О. На удушающий. Видишь, сразу Марсело защитился от удушающего. Он... Я думаю, только... Итак, что у нас дальше, мой друг Арарис, скажи, пожалуйста. Сейчас у нас будет финал для...